Всем хаюшки, с вами Амбрелла, и сегодня у меня М-Стар команды. Я не помню, честно говоря, было у меня такое видео или нет, но неважно, сегодня мы решили поиграть. Прям я не знаю, просто не могу сегодня уйти из комнаты. Люди идут и идут и идут и идут. Ну а что мне делать? Конечно, я буду снимать. Нет, ну это очень красиво. Просто все носоточки сделали. Еще и девушки в одинаковых штанишках. Вообще класс. Блин. Что? Нет, как? Блин. Как так-то? Как так-то? Красава, только спасибо, затащил. Как-то чего-то немножко не получилось, но ничего. Кстати, мой любимый Алекс Феррари, заметили, да? Я в каких-то изначальных видео говорила, что я тащилась раньше по песням Алекса Феррари, потому что они, в общем-то, мало известны, кроме Бара-Бара. Вот, а в этой игре они есть в таком достаточном количестве. Так что я кайфую. О, прожала этот шаг на 100. Наверное. Я имею в виду ту часть шага, которая не получилась тогда. Красиво получилось. Стоит 97%, да? Пошел вон отсюда. И прошу прощения. Кот пытается съесть мои наушники. А, нет, он переходник нашел, придурок. Уйди отсюда. Ты путан по голове, да. Если вы думаете, если вы смотрели мои предыдущие видео с котом, и вы думаете, что я специально его сажу где-то рядом, чтобы он залез на клавиатуру или еще что-нибудь, то вы ошибаетесь. Он просто нереально, просто какой-то гиперактивный кот. Ну он котенок еще, можно в принципе понять. Дело в том, что если я его закрываю, он орет так, что его слышно на видео. Посмотрите мои видео Far Cry, там наверняка вы слышите мявканье за дверью. Так что я лучше его запускаю, но он тут начинает шкодничать, короче. Вот, ну, вернемся к теме М-Стара. Спасибо большое вам за компанию. Опять вместе веранг. Огромнейшее вам спасибо. А всем зрителям спасибо большое за просмотр. Всем удачи и всем пока.